Орда пришла и захотел враг завладеть всей землей русской. Жгли города, никого не щадили. Отчаялись люди, захватчиков больше, а не сильнее. Но нет такой силы, что поставит Русь на колени. 7 мая, в преддверии годовщины Великой Победы над фашизмом, большая кинопремьера на канале. Россия, былинная по соличном подвиге и героизме народа, легенда о Коловрате. Лента, снятая при поддержке нашего телеканала, посвящена одному из самых драматичных событий российской истории – нашествию Золотой Орды в 13 веке. Русь раздробленная вот-вот падет на колени перед ханом Батем, который, заливая земли кровью, уже подмял под себя полмира. Лишь один воин бросает ему вызов – рязанский воевода Евпатий Коловрат со своим отрядом смельчаков. Почти мистическое бесстрашие русского витязя так поразило Батэ, что он пощадил уцелевшие войска Коловрата, а его имя навсегда осталось в памяти народа. Воин, ставший легендой, подвиг, сохранившийся в веках. Наша история про то, что любой человек может стать героем, если поверит в это, говорят создатели фильма. «Впечатляет, за душу берет», — заявил после просмотра президент России Владимир Путин, которому картину показали накануне ее ноябрьской премьеры в кинотеатрах. Русский аналог истории о 300 спартанцах поражает зрелищностью и неспроста. Лента сама стала легендой, это первый российский художественный фильм, полностью снятый в технологии хромакей. На бывшем ЗИЛе, специально для картины Джанника Фазеева, построили павильон с самым большим в Европе зеленым экраном. На нем потом художники дорисовали и красивейшие виды Древней Руси, и грандиозные сцены сражений русского войска с монгольским. По кадрам над фильмом работало почти 1000 специалистов, из них более 450 из 16 студий. Были задействованы в создании видеоэффектов по объему компьютерной графики, «Коловрат» обошел все отечественные проекты. Вселенная фильма поражает самобытностью и масштабом. В массовке и эпизодах участвовали более 500 человек. Только у Батэ 8 сменных костюмов. А еще оружие, кольчуги, предметы быта – все сделано на фантастическом уровне. Но никакие спецэффекты не спасут фильм, если в нем нет души, идеи, человеческих чувств. А в легенде о Коловрате все это есть прежде всего это фильма. Доблести и отваги, достоинстве и патриотизме, любви и верности, дружбе и долги. Для Ильи Малахова, воплотившего на экране образ заглавного героя, сыграть Коловрата стало большой честью, он сам из Рязани, родины своего персонажа. И поскольку о личности Евпатия Коловрата почти ничего не известно, актер играл небылинного богатыря, а живого человека, любящего, страдающего, мужественного, мечтающего отомстить за оскверненное отечество. Ведь в картине юмор и сильная любовная линия, а нужное настроение действию придает. Саундтрек от культового музыканта Сержа Танкяна, мощный, лиричный, современный и этнический одновременно. Это во всех отношениях нетривиальное кино. Эпическая драма, похожая на сказку и понятная всем. Рассказ о подвиге и силе духа. В каком жанре снят этот фильм, соединивший динамичный экшен с романтикой, красочность и размах народного сказания с камерностью отдельных сцен, стиль фэнтези с исторической правдой, судите сами. Смотрите «Легенду о Коловрате» 7 мая в 21 час на телеканале «Россия».